Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, это Shadowfight 2! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, наша битва продолжается в мире теней! И мы уже практически на вдове, ребята, начали новый акт, новую главу. Помните, очень тяжело сражались мы с Осой, но нам нужно забрать Дадао вот это, да, синое? Обязательно мы его заберем, но для начала было бы неплохо еще и у мясника отжать его топорики. И да, ребята, мясницкие топорики. Вы нам все время пишете в комментариях, замучили серпы, замучили, да нас тоже замучили, ребята, но, к сожалению, как вы видите, у нас нету выбора, у нас одни серпы здесь. Одни серпы, а мы обязательно хотим оружие с зачарованием, так как здесь невозможно самому наложить. И, соответственно, у нас только алые клыки, но зачарование с восстановлением магии, оно еще то, на самом деле. Да, ребята, магией мы не особо пользуемся, но посмотрим. Поэтому мы хотим забрать оружие наших боссов, и поэтому на мясничка мы, возможно, сегодня в конце видео сходим. Так что, ребята, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, досмотрите это видео до конца, поддержите команду Detol, поделитесь им в своих соцсетях. Но ведь, мне кажется, что у нас неплохо получается снимать Shadowfight 2. Да обалденно, я считаю. Да, ребята, поехали в бой. У нас турнир, давайте попробуем здесь всех разнести. Мы знаем, что это Special Edition. Ребята, вы все время спрашиваете, какая это версия. Это Special Edition, здесь у нас бесконечная магия. Гемы дают и очень-очень сложные бои. Вот у нас друг Гадюка с серпами. Ой, с кусаригамой, сори, а у нас серпы, как всегда. Да, у нас серпы, как всегда, ребята, с кровотечением. Но серпы тащат, ребята, вы знаете, что мы на изи справились с Титаном даже без серпов. Кто не видел этот видосик, ребята, обязательно посмотрите. И кто пишет, что вы уже прошли игру, ребята, мы тоже ее прошли, посмотрите предыдущие наши видео, есть плейлисты, зайдите, ребят, все мы прошли, мы просто проходим эту версию, потому что она интереснее, на наш взгляд, чем обычная версия игры. Ну что же, мы продолжаем бой, только так много рассказали обо всем, это хорошо, но гадюка уже потеряла половину своего здоровья. Да, неплохо у нас получается, даже магии, вот сейчас мы промахиваемся, но, ребята, мы справимся, мы определенно справимся, здесь хотя бы не супер хард, вы знаете, что у нас Special Edition отличается очень высокой сложностью, это для про-игроков, которые уже прошли обычную версию. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego, ссылка в описании. Итак, набросили вызов, кстати говоря, сейчас мы, возможно, сможем получить какие-то крутые штуки, ну-ка покажи. Так. А, оса просто бросила вызов. А, да ладно, не да, подожди. Да, она бросила вызов оса. Просто она говорит, что она набросила вызов, и вы можете получить какие-то дополнительные вещички. Так, ребята, мы можем, тем не менее, проапгрейдить то, что у нас накопилось, да, здесь? Подожди, давай посмотрим, какую мы будем. Мы с перегревом, по-моему, хотели купить доспехи. Они, наверное, будут на каком уровне там уже? Слушай, ну там они только 26-й. Ну, значит, на 26-м мы купим, а пока конечно, что надо конечно апгрейдить нашу. Да, ребят, защиту апгрейдим. У нас, кстати говоря, каска с перегревом, мы же купили ее, помнишь? Да, конечно. Но проапгрейдить мы не можем, но только за 7. Кстати, за гемы проапгрейдим? Да, давай проапгрейдим, у нас 388 гемов, это вполне достаточно. И тем более их здесь можно на изи заработать. Да, конечно, ребят, я думаю, что вот так вот проапгрейдим на второй уровень. И, кстати говоря, на втором уровне можем уже пробовать идти к гадалке, хотел сказать, нет, к осе. Да, к осе мы не можем идти, потому что мы еще мясника даже не смогли завалить. Да, поэтому пойдем к мяснику, ребята, прям в конце, прям под закат этого видосика. А сейчас пока что лангуст у нас. Мангуст, конечно же, ребят, с палкой, но надо его одолеть, потому что вот издалека он неплохо так нас вышиб... Да что ж такое, хотел вперед прыгнуть. Ребят, здесь проблема в этой игре, в Special Edition, что вперед очень сложно как-то прокатываться. Да, не идет кнопка, она не нажимается. Еще нас шокировали и остались мы совсем без оружия. Да, ребята, без оружия, но вы знаете, что без оружия мы можем победить, конечно же, мы победили Титана. И, конечно, с мангустом справимся, но что-то он нам не дает подкатиться вообще, да? Давай-ка руками и подкаты, конечно, ох, это наше хорошо. Все. Магия, кстати говоря, у нас да, есть. Да, магия есть, но нам нужно вот так вот его ошарашить сначала. Ой, магия сбивает, а? О, смотри, мы на перегреве были какое-то время. Это но... каска дает нам перегрев. Да, совсем. Ой, как хорошо, хороший точечный удар в голову, ребята, и жалко мы не зацепили его ногой. Но добиваем, ребята, голыми руками справились с противником, и сейчас нам нужно нанести ответный удар, ответный удар. Давай, заряжай атаку, отлично, кровотечение, наконец-то у нас вот сработало. Так, на перфект, ребята, ну-ка. Хоу!
мега мощно, ребят. Просто дали ему, дали сдачи за то, что он выбил наше оружие. 82 тысячи мы получаем. И давайте попробуем что-нибудь проапгрейдить. Давай попробуем. Как раз вот наши серпы. Но, если честно, скоро 26 уровень. Поэтому, я думаю, нет смысла сейчас что-то апгрейдить. Лучше завершить турнир по максимуме и перейти на новый левак. Давайте так и сделаем, ребята. Отправляемся быстро, скоро рьяно в бой. Мор у нас здесь с дубинами. И ему сейчас мы дадим отпор. Ох уж этот дубовидный мор, а! Их вот так вот мощную атаку, но блокирует ее. Жалко, здесь у нас пробивания блока нету, ребята. Очень надеемся на эту способность. Что она наконец-то у нас появится, но да, что это такое, нужно подождать. Да? Хорошо, мы уворачиваемся, даем ему кровотечение, ребята. Вот так вот по шапочке еще. Цепанули. И еще по шапочке. Ай, ой, жалко. Ой, слушай, жалко, хорошо, он да, так зацепил нас своей булавой-то, а? Да, зацепил хорошо, ребята. Прям мощно. Раунд 2. На полных парах идем к победе, ребятки. И давайте-ка ему дадим жару. Вот так вот. Ногой ему еще. Ох, как отбросили. Хорошо. Комбо 3. По голове. И добиваем. Давай. О! Да, перфект. Отлично. Хорош, хорош, ребята. Отлично. Отлично. Прям на волне позитива сегодня с вами. О, ты смотри. Сенсей говорит, к моей истории-то вернемся, а то что-то мы дамажимся. И, кстати, здесь гемы можно получить. Может, попробуем? У нас в игре появились старые раны, так что давай отправимся, наверное, и выполним одно из испытаний. Давайте. Хотя, слушай, у нас 26 уровень, уже да, на носу. И здесь уже безумно. Попробуем на безумно? Конечно, ребят, пойдем на безумно. Соточку монеток нам отсыпят, если мы победим. И у нас здесь, ты смотри, коготь с серпами какими-то прям шипастыми, как бритвы, да? Да, заточил он свои серпы, но наши заточены позачетнее. Это я уж точно вам обещаю. Конечно, ребята, у нас же они еще с кровотечением. Вот, выбиваем серпы, просто слушай, куда он пропал? Пропал. Забили его за уровень просто, ребята. Не даем спуску, не дает команда Detol. Невозможно спуску. И, конечно же, добиваем когтя и отправляемся в второй бой. Неплохо у нас сегодня получается, ребята. А? Очень неплохо. И осталось чуть-чуть его добить. А может быть, откатимся и магии шлепнем. А и магии можно шлепнуть. Ты же знаешь, что на серпах у нас противник очень быстрый. И магию да, нужно с использовать. Магия у нас вообще, если честно, беда. Мы прям вот с попаданием магии это... Раз в три видео. Ха, ну да, ребят, есть такое дело. Ну, на самом деле, эффективность магии очень сомнительная. Это надо на самом, ну, как-то уметь ее применить в нужный момент. И когда ты этот момент начинаешь выбирать, ты начинаешь тупить, и противник начинает тебя колбасить просто по полной программе. Ну что же, 26 уровень у нас в кармане, дорогие друзья. Это значит, что мы сможем купить себе новые доспехи. Да, ребята, вот он, 26 уровень, очень быстро мы прошли, и, наконец-то, пробивание блока, ребята, это мега-суперспособность, изучаем ее, так давно мы слушай, ее ждали. Слушай, а что за пинок такой был волшебный, а? Противника на землю ударом ноги, 7%, стальная нога. Слушай, лучше пробивание блока, он гораздо надежнее и эффективнее. Конечно, ребята, у нас 10, смотри, сколько у нас всего, вот здесь какие-то, что у нас здесь за... А, говорят, купи, друг, купи, быстрее купи. Новые метательные шипы у нас появились, но мне кажется, что лучше сюрикены ночи, да? А, у нас вообще нет магии метательного оружия. Да, но нам пока что... О, темный шлем, мне кажется, это эпическая шляпка. Да, вот. И поглощение урона, да, ребят. Да, мне кажется, надо брать. Берем обязательно, покупаем крутой шлем, как у Бэтмена, ребята, смотрите, да, мы смотри, с рожками. Какой... Реально мы Бэтмен теперь, нам остался Робина бы найти. Смотри. Панцирь зверя, ребята, за два... с перегревом, это вообще имба-тема, покупаем! Обязаловка! И алые клыки, ребят, не берем, я думаю, давай лунные сабельки возьмем. Ну давай сабельки, ну хотят у нас подписчики, чтобы мы сменили оружие, ребята, специально для вас покупаем лунные сабли на 26 уровне, будем дамажиться ими, ура! Ура, да, ребята, ребята, обязательно поставьте лайк за наш выбор. Наконец-то мы поменяли оружие. Ух, да, ребята, спустя миллиард серий по Shadow Fight мы поменяли оружие. И сейчас, ребята, с этим оружием, с новым, идем на мясника и отхватим там по полной. Потому что мы не умеем драться этим оружием, к сожалению. Да, все мы умеем, ребята, все мы умеем, все мы можем. Заберем, кстати говоря, вот эти тесаки у мясника и будем ими драться. А почему бы и нет? Поехали в бой! Посмотрим, как сложится эта битва. Ребят, поставьте жирный лайкусик команде Detol, ведь мы стараемся специально для вас. И, конечно же, сделаем сейчас шикарный бой с мясником. Хоп, опа! Слушай, а они же с вертушечкой, да? Конечно, они же с вертушечкой.
Так. Отличный удар, ребята. Мяснику не поздоровится сегодня. Уворачиваемся от всех его ударов. И вот так вот ему даем. И с разворота хорошо, слушай, да? Слушай, разворот очень хороший удар здесь, на самом деле. Ох, как мясник заряжает. Ты смотри по полной, что у нас там за кровотечение. У нас кровотечение, ребята. И перегрев. На перегреве бы ударить его. Но нет, сабли нас подвели. Кровотечение хорошо, конечно, справляется с нами. Так, начало положено. Слушай, мы очень маленький урон ему наносим. Да, очень маленький, что-то не прокачанное у нас сабли, да, пока что. Пробивание блока сработало, не зря вкачали эту способность. И бабах! Отлично, ребята, прямо на последней секунде остался бой. Как ой, хорошо пригнулись-то мы, а? Прям четенько получилось, и грамотный удар. Ай-яй-яй-яй! О, смотри, поглощение урона сработало у нашего шлема. Шикарно. Бэтмен тащит. Шикарно, ребята, у нас здесь три боя, да? Да. Должно быть три победы. Боев-то может быть 5. И вот сейчас мощный урон. И промахиваемся с торнадо. Надо с торнадо как-то немножко подучиться, да, его делать. Приноровиться, когда вовремя использовать. Потому что оно вроде эффективное, но в то же время очень долго он вот это все прыгает там, скочит. Вот сейчас бы может прыгнуть. Да, кажется. Сейчас мы прыгнули, но промахнулись, ребята. Откатываемся, уворачиваемся. Ай, магия, как сильно шлепнула нас. Ему тоже магии. И удар, ребята. А может быть справимся? Как вы думаете? Не знаю. Нет. Нет, подрезал нам коленки и ахилловое сухожилие. Вот так вот, ребята. Да, бывает и такое. Мясничок у нас монстр. Надо здесь сейчас побеждать, потому что иначе мы, конечно, опа, можем... начало хорошее, положено. Опа, поглощение урона сработало. Нравится мне поглощение урона. Хорошо, хоть по голове это, кстати говоря, происходит. Потому что по голове самый мощный дамаг у нас проходит, да, ребята? Да, нам обычно по голове всегда прилетает. А тут поглощение срабатывает, и прям имба тема. Зажали, ребята, магию ему. Отлично, сбили его прыжок, кстати говоря. Вы знаете, да, что у нас мясник хорошо так прыгает. Ай-яй-яй, подловил нас. Ах, плохо. Перегрев был. И, слушай, по ходу дела это будет печаль. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ладно, добивает нас мясник, ребят. Что-то он жесткий, да, у нас? Да, но я думаю, в следующем видео мы подкачаем наши доспехи, наше оружие и обязательно с ним справимся. С вами была команда Detol, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч, пока. Всем спасибо, ребята, пока.